Это Сочи. Здесь был установлен рекорд по бегу с препятствиями. Рекордсмен стал счастливым обладателем магнитолы. Именно здесь строят олимпийские объекты наши старые знакомые Равшан и Джумшут. Фотографируйтесь. Зачем с унитазом фотографировать? Джамшут, маме, в Москве никогда не было. Хотели, фотографировали всеми. Ей отправили фотографиями. Какой в Москве красивый. Ну, придурки, конечно. Придурки. Придурки. Так, я не понял. Почему раковину не установили? Я спрашиваю, где раковина? Я вчера привозил раковину. Где она? Где? Да я вас спрашиваю, где раковина? Вчера привозил. Раковине трещина. Пошел. Трещина! Пошел! 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 Раковине! Полный пиздец! Полный пиздец! Полный пиздец! Полный пиздец! Раковина выкинули раковину! Куда выкинули? Вы выкинули раковину за $1000! Соседке раковину за 500 рублей. Ну-ка быстро пошли к соседке, отдали 500 рублей и установили здесь раковину. Быстро, я сказал. Нет. Что нет? Нет 500 рублей. Почему? Потому что туфли. Кто? Туфли. Это мать, я не знаю, что это. Вася, ты гадил!